Привет всем любителям и ценителям бензиновых зажигалок. Сегодня свой ролик я решил сделать немножко в новом формате. Думаю, что с комментариями я смогу донести более полную и более детальную информацию о зажигалках, которую хочу показать вам. Если вам понравится такой формат моих роликов, ставьте лайки, если не понравится, ставьте дизлайки, оставляйте комментарии под видео. Я постараюсь ответить на все ваши комментарии. Ну и, конечно, хотелось бы, чтобы подписались на мой канал. Сегодня я хочу показать вам зажигалку Zippo. Обычная классическая зажигалка. Но это интересная зажигалка. Это моя первая бензиновая зажигалка, которую я когда-то купил. Можно сказать, что вся коллекция моя началась именно с этой зажигалки. Купил я в 96-98 году, где-то вот так. Точно не могу сказать, не помню. В то время была мода на такие зажигалки Zippo. На их нехарактерный звук. При открытии, при закрытии. А на этой зажигалке именно я остановил свой выбор. Вот из этого значка. Рельефный значок в виде зажигалки Zippo в открытом виде с пламенем. В то время мне показалось, что это выглядит оригинально, и я ее купил. Пользовался года полтора-два, потом забросил. Валялась она у меня в тумбочке лет 15-20. И потом случайно я наткнулся на эту зажигалку. И мне захотелось ее попробовать заправить, проверить. И она меня порадовала, не подвела. Работает безотказно, изумительно. Зажигалка оригинальная, американская. Сейчас покажу вам инсерт. Вот, все видно прекрасно. Зажигалка простейшая в обслуживании и в использовании. Я думаю, никому не надо рассказывать, как она заправляется. Ну, кто не знает, покажу. Вот отсюда заправляется бензином. Это винт, который поджимает через пружину кремень. Чтобы поменять кремень, надо выкрутить винт, вставить новый кремень потом и обратно закрутить. Ничего сложного. Простейшая, безотказная зажигалка. Мне она очень нравится. Зажигалки моя страсть. 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 Зажигалки.